Здравствуйте! Мы студенты третьего курса кафедры музыкознания музыкально-прикладного искусства. Так же, как и все, мы сейчас находимся в самоизоляции. И мы очень надеемся, что скоро эти сложные дни пройдут для нас, и мы снова все будем вместе. Несомненно, сложившаяся ситуация повлияла на всю нашу жизнь, учебу и творчество. Но, несмотря ни на что, мы очень верим в хорошее и ждем скорейшей встречи с нашим дорогим зрителем и любимыми преподавателями. Теперь посмотрим. Мне говорят, что он тебе не пара, совсем не пара, совсем не пара. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. И завтра уйдешь опять в туманную даль. Я буду снова ждать, скрывая печаль. Я сохраню в душе твои глаза. Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен. Но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой.